задать вопрос и сразу получить ответ. Для тверских предпринимателей будет проведен форум «Бизнес и власть. Откровенный разговор». В очередной раз площадкой для проведения такого масштабного мероприятия организаторы выбрали бизнес-центр «Тверь». Как отметил уполномоченный по правам предпринимателей Антон Стамплевский, цель форума – повышение уровня правовой освещенности и культуры взаимодействия между предпринимателями и органами государственной власти. Необходимо вместе продумать механизмы правовой защиты прав и законных интересов бизнесменов. Поэтому к участию приглашены руководители города, области, правоохранительных органов, предпринимательское сообщество региона. Хотелось бы, чтобы внимание также было уделено стартапам для тех людей, которые хотят стать предпринимателями, да, и которые выбирают свой жизненный путь. Хотелось бы, чтобы все-таки образ тверского предпринимателя, вообще российского предпринимателя, он был, ну, более уважаемый, что ли, заслуженный.